Подожди, не перематывай, я хочу сказать тебе сейчас кое-что важное. Не будь ведомой дурой, которая все стерпит. Если ты замечаешь в нем уже замашки деспота, тирана, критика, да и просто подонка, беги. Если после разговора с ним ты чувствуешь себя опустошенной, беги. Если уже сейчас пренебрегают твоими интересами, чувствами, если уже сейчас он говорит тебе «Молчи, я здесь говорю!» Если уже сейчас он позволяет повысить на тебя голос, беги. Пока вас не связывают дети, общий кредит на машину и ипотека. Сейчас не послевоенное время, когда любой мужик был на вес золота. Беги, если его слова подрывают веру в себя. Беги, если с ним ты чувствуешь себя несчастной. Ты имеешь право уйти в любой момент. Оттуда, где тебе плохо.